Играй! Thank you.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Продолжаем читать вторую главу первой песни Шримад Бхагаватама, текст 17. Шримбатам Свакатха Кришна Пунья Шравана Кирьянтастха Абхадрани Вихуноти Сухрит Сатам Свакатха Кришна. Шримбатам Свакатха Кришна. Пунья Шравана Киртана. Пунья Шравана Киртана. Кридьянтастха Бхадрани. Кридьянтастха Бхадрани. Витхуноти Сукритсатам. Витхуноти Сукритсатам. Шринватам Свакатха Кришна. Шринватам Свакатха Кришна. Пунья Шравана Киртана. Пунья Шравана Киртана. Кридьянтастха Бхадрани. Кридьянтастха Бхадрани. Витхуноти Сукритсатам. Витхуноти Сукритсатам. Шринватам Свакатха Кришна. Шринватам Свакатха Кришна. Пунья Шравана Киртана. Пунья Шравана Киртана. Кридьянтастха Бхадрани. Кридьянтастха Бхадрани. Витхуноти Сукритсатам. Витхуноти Сукритсатам. Шримадам Свакатха Кришна. Пунья Шравана Киртана. Пунья Шравана Киртана. Кридьянтастха Бхадрани. Кридьянтастха Бхадрани. Витхуноти Сукритсатам. Витхуноти Сукритсатам. Шримадам Свакатха Кришна. Шримадам Свакатха Кришна. Пунья Шравана Киртана. Пунья Шравана Киртана. Кридьянтастха Бхадрани. Кридьянтастха Бхадрани. Витхуноти Сукритсатам. Витхуноти Сукритсатам. Шримадам Свакатха Кришна. Шримадам Свакатха Кришна. Пунья Шравана Киртана. Пунья Шравана Киртана. Шримбатам Свакатха Кришна. Шримбатам Свакатха Кришна. Пунья Шравана Киртана. Пунья Шравана Киртана. Кридьянтастха
Честного, преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Кришна — личность Бога, параматма — сфер душа, сердце каждого и благодетель честного преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать его послания, которые добродетели сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Комментарий Шрилы Прабхупады. Послание Шри Кришны, личности Бога, не отличное от Него самого, поэтому где бы ни прославляли Бога и без оскорблений не слушали повествования о Нем, Господь Кришна, несомненно, присутствует там в форме трансцендентного звука, столь же могущественного, как и Он Сам. Шри Чайтанья Махапрабху в своей Шикшаштике недвусмысленно утверждает, что Святое Имя Господа обладает всеми энергиями Господа, и что Он наделил все свои бесчисленные имена одинаковым могуществом. Нет строгого определенного времени для воспевания Святого Имени, и каждый может с вниманием и почтением делать это в удобное для него время. Господь столь милостив, что лично является нам формой трансцендентного звука, но, к несчастью, нас не привлекает слушание Его имен и прославление Его деяний. Мы уже говорили о развитии вкуса к слушанию и воспеванию Святого Звука. Он развивается благодаря служению чистому преданному Господу. Господь отвечает своим преданным взаимностью. Когда он видит, что преданный абсолютно искренне стремится к трансцендентному служению Господу, и потому горит желанием слушать о нем, Господь, пребывающий внутри преданного, действует так, чтобы преданный легко мог вернуться к нему. Господь хочет вернуть нас в свое царство сильнее, чем мы сами можем того желать. Большинство из нас вообще не хотят возвращаться к Богу. Хотят лишь очень немногие. И каждому, кто стремится к этому, Шри Кришна всячески помогает.
Человек не сможет войти в царство Бога, пока полностью не очистится от всех грехов. Материальные грехи – это порождение наших желаний, господствует над материальной природой. От этих желаний очень трудно избавиться. Женщины, богатство являются очень большим препятствием на пути преданного обратно к Богу. Многие стойкие преданные пали жертвы этих соблазнов и сошли с пути ведущего к освобождению. Но тот, кому помогает сам Господь, по Его божественной милости легко преодолевает все трудности на своем пути. Нет ничего удивительного в том, что человек, соприкасающийся с богатством и женщинами, становится беспокойным, потому что каждое живое существо связано с этим издавна, фактически с незапамятных времен. И чтобы избавиться от этого чужеродного влияния, требуется время. Но тот, кто слушает о славе Господа, постепенно осознает свое истинное положение. Милостью Бога такой преданный получает достаточно сил, чтобы оградить себя от этих беспокойств, со временем его ум покидает все тревоги. Шрила Прабхупада ки. Обращаясь к имени, мы обращаемся к самой личности, чувствуем их присутствие. Вот, поэтому очень важно то, что очень важна вот эта вот практика, которая говорится в этих стихах. Потому что здесь говорится о том, что чистый преданный, он желает общаться с Господом. Вот. Здесь говорится не просто чисто преданный в этом стихе, а здесь говорится честный преданный. Честный преданный – это преданный, который избегает формализма во взаимоотношениях, то есть он стремится к действительному общению, он стремится к действительному присутствию. И достигается это с помощью харикатхи, то есть когда преданные собираются вместе и начинают обсуждать то, что они знают о Кришне, они хотят обсуждать с Кришной его деяния, его имена, повторяют, воспевают его имена. И
они как жаждут, вот эта жажда узнать у преданного то, что он, как спросить у него, что он знает о Кришне, что он чувствует, как он его воспринимает. Вот, это желание, оно привлекает Кришну в общество таких преданных. То есть Кришна приходит туда сам лично. И это его присутствие, оно проявляется, как мы вчера обсуждали, в виде особенной атмосферы, которая делает духовную жизнь очевидной. То есть делает ее не такой вот, как бы вот, ну, вот есть у нас наша вера, и мы верим в это во все, а делает эту духовную жизнь предметом, ну, опыта, реального опыта. Такого же, как если бы мы видели Кришну лицом к лицу. По сути дела, мы общаемся с нашими духовными учителями, мы общаемся так же, как мы общаемся с Кришной. То есть мы их не видим практически. Они где-то там, она где-то здесь. Это искон называется. Исконная духовная жизнь. Но для того, чтобы жить вот этой исконной духовной жизнью, нужно, конечно, сначала получить определенный даршин, то есть нужно встретиться, потому что разлука без встречи она смысла не имеет. И вот этот момент, он является решающим, что как преданным нужно встретиться с Кришной, нужно получить Кришну, нужно, чтобы стал реальностью для преданного. И вот такая важная вещь, она происходит с преданным тогда, когда они получают получают опыт Харикатхи, настоящий Харикатхи. Что случается, к сожалению, очень редко. Но в принципе встреча с Богом — это редкое явление. Это не так, что в каждой Харикатхе вот мы встречаемся с Кришной лицом к лицу. Нет. То есть Харикатха, она дает определенную, как бы она является определенным каналом или определенной возможностью для проявления Господа. Но придет Господь или нет, это его собственная воля, сладкая воля, мы не можем ничего с этим сделать. Но когда мы ждем Кришну, когда мы хотим его увидеть, то Кришна приходит. Очень трудно бывает совершать настоящую харикатху, то есть говорить о Кришне напрямую, непосредственно. Мы в основном обходим вокруг да около. Почему? Потому что у большинства из них, как Шрила Прабхупада пишет, нет желания общаться с Кришной. То есть мы просто этого не хотим. И что является доказательством слабости нашего желания? То, что у нас нет жажды. Жажда, желание, жажда. Когда преданные хотят видеть Кришну, они вопрошают об этом с жадностью. Ну какой он Кришна? Ну как это вообще вся? Я хочу вот узнать об этом, пожалуйста, расскажи. Вот, и когда это есть, тогда действительно хочется говорить о Кришне непосредственно. В противном случае это, ну как, вызывает у вайшнавов. То есть Кришна, он прячется в сердце преданных. И чтобы достать его оттуда, чтобы Кришна появился там, вышел оттуда из своего укрытия, нужны определенные условия. То есть Кришна не показывается просто так, даже перед преданными. Для этого нужно серьезное основание, чтобы появиться. То есть Кришна появляется тогда, когда его что-то привлекает. И быть преданным означает владеть искусством привлечения Кришны. Вот это означает быть преданным. То есть преданный — это тот, кто знает, как привлечь Кришну. Все очень простое определение. Как Шрила Прабхупада часто говорил, не пытайтесь увидеть Бога, это бессмысленно. Потому что Господь, он не воспринимается с помощью чувств, это невозможно.
Все знаете, пришло по Аташи Кришна Намадинат Галет. Грахи Миндаля. То есть нельзя Кришну видеть с помощью материальных чувств. Но дальше говорится, как говорится дальше? То есть, когда преданные занимаются харикатхой, занимают свой язык, начиная с языка, как бы говорят о Кришне, слушают о Кришне, то своям и вас куратида. То есть Кришна приходит сам, будучи привлеченным этой вот бавой преданных, их любовью, их желанием, их лавлей. Он привлекается этим. В этом заключается секрет даршина Господа. Невозможно получить другой даршин, только такой. Вот. Поэтому есть определенные секреты. Есть вещи, которые Кришну привлекают. Есть вещи, которые Кришну не привлекают. Когда преданные собираются вместе, и как бы их позиция такая, что ну вот, мы собрались, и теперь кто-то должен нам, ну, в нас, как сказать, вложить, имплантировать, как бхакти. Кто-то должен это сделать. Вот есть вайшнав, он чистый преданный, это его работа. Мы тут присутствуем как тела. Вот, пожалуйста, вложите в нас хари бхакти. Вот, вы очень опытные, чтобы делать преданных из джив. Но на самом деле нет такой возможности сделать преданного из дживы. Потому что джива — это джива. Она сама по себе не относится к внутренней энергии Господа. У нее, она относится к пограничной энергии, то есть она соприкасается с внутренней энергией, но не находится внутри там. У нее нет никакой возможности оказаться внутри этой энергии Господа, потому что это татаса шакти, прирожденная энергия Господа. Она склонна, конечно, иногда попадать под влияние каких-то хороших вещей духовных, но в основном ее предположение прирожденное, она в основном склонна быть в майе. Поэтому сама по себе джива, она не может быть с Кришной, только она может быть только в том случае, если она получила духовное тело, как бы получила определенную атмосферу, определенную среду, в которой она может действительно чувствовать бхакти, чувствовать Кришну и служить ему спонтанно, с любовью, с ответственностью, сознательно. И вот эта атмосфера или внутренняя потенция, в которой джива может получить полномочия для служения, это то, что называется обществом преданных, или это то, что называется исконом, или должно называться исконом. Это то, что мы называем духовным миром. Это та самая вещь, которая дается нам. То есть здесь говорится о том, что в этом стихе говорится о том, что Кришна очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда Кришну прославляет правильным образом, то есть преданный находится в этой атмосфере, и он занимается служением в этой атмосфере. То есть не просто повторяет святые имена, не просто говорит о Кришне, а правильным образом. Это очень важное условие. То есть, что значит правильным образом? Чтобы понять этот момент, нужно понять, что сама по себе джива, она не способна воспринимать Кришну непосредственно. Правильным образом служить Господу означает, что джива понимает, что способность служить Кришне приходит по милости преданных. Она приходит по милости гуру, она приходит по милости Господа. И поэтому преданный, он когда он испытывает вот это почтение, он испытывает благоговение перед чудом преданного служения, он приходит в общество преданных.
у него есть смирение. Это не так, что я пришел, тут у меня тут есть вот люди какие-то, вот, которые себя преданными называют. Нет. Преданный приходит в общество преданных для того, чтобы испытать это чудо преданного служения, для того, чтобы это чудо преданного служения проявилось. Он несет ответственность за сангу вайшнаву, чтобы это была сатсанга. То есть он относится к ней как к чему-то святому. Он относится к харикатхе как к чему-то святому. Он относится к воспеванию святого имени как к чему-то святому. Не то, что вот мы попели там 15 минут, выполнили ритуалы, все довольны, с чувством глупого удовлетворения. Смотрят на часы, как там насчет просада, может быть, в принципе, уже закончить программу там, и так далее. То есть человек находится в сфере, вот как бы, он как живо действует, он не действует как преданный. Понимаете, да, разница? Потому что преданный это не просто джива, это особая джива, которая находится в сфере внутренней энергии, которая эту внутреннюю энергию как бы желает. Именно этого и защищает эту сангу. Вот это означает быть преданным. Когда мы приходим в общество сознания Кришны, ну, так должно быть, это процесс дикши, он заключается именно в этом. Когда мы приходим в общество преданных, мы сразу же получаем духовное тело. Может, кто-то не знал, то радостно новость. Почему у преданного возникает желание служить Господу? Потому что он получает семя бхакти, то есть это духовное тело он получает в виде семени. Это тело уже есть. Джива сама по себе не может его обрести в результате философских изысканий, благочестивой кармической деятельности. Невозможно получить это духовное тело. Потому что максимум того, что получает живое существо, как джива, благодаря собственным изысканиям, каким-то поискам истины, своим аскезам, философии и так далее, она может просто обрести вот это понимание, что я не материя, я ахам брахмасми. Я вот моя позиция, вот я поддерживаю, я, ну то есть, да, получить какую-то энергию, получить какую-то силу. Но он не может получить вот этого. Он не может обрести любовь к Богу таким образом. Это невозможно. Потому что любовь к Богу – это дар. То есть мы получаем эту любовь к Богу в виде семени. И это семя, если оно у нас есть, мы называем его, Шрадхой. Эта Шрадха должна быть настоящей. Когда преданный получает настоящую шрадху, это означает, что он получил самбанхагьяну, то есть понимание, вот эту связь, он получил это духовное тело. И дальше начинается процесс поливания этого семени. Воспевание святого имени, оно является процессом поливания или взращивания нашего духовного тела, которое садится в нас по милости Ачарьи, по милости Чайтаньи Махапрабху. То есть мы получаем это совершенство в виде семени. И повторение святого имени, оно взращивает это семя, превращает его в любовь к Богу. Но для того, чтобы этот процесс действовал именно таким образом, преданный должен хранить свое семя, он должен защищать его от влияния анарх. То есть от влияния анарх не означает, что когда преданный практикует сознание Кришны, у него нет материальных желаний. Или у него нет там каких-то дурных наклонностей, дурного характера. Все это присутствует. Почему? Потому что у преданных есть два тела, материальное и духовное. Они присутствуют одновременно. И вопрос заключается в том, какое тело мы поливаем, то есть какое взращиваем мы, какую бхаву мы взращиваем в себе. Вот в этом вопрос. Поэтому преданный – это тот, кто в точности знает, вот это духовное тело, вот это материальное. И он, когда воспевает святое имя, он находится в этот момент в своем духовном теле, а не в материальном. Вот что Шрила Прабхупада имеет в виду. Со вниманием и почтением нужно слушать о Кришне и практиковать воспевание святого имя. Нужно находиться в своем духовном теле. Понимаете, что это означает, находиться в своем духовном теле? Нет?
Понимаете, то это хорошо. А если спекуляция? А если не понимаете, то процесс не работает, ну как бы он слабо, он не работает. Мы же не можем в чужом духовном теле находиться. Почему не можем? Это и есть чужое духовное тело. Его дает нам духовный учитель, как бы дает нам Кришна, это не наше духовное тело. Ну, это шутка. Это наше духовное тело, потому что это дар. Дар Божий. Раз Господь нам подарил, значит наше. Но проблема заключается в том, что мы думаем, раз наше, значит можем пренебречь. Духовным телом нельзя пренебрегать. Наше означает, это связь с Кришной, это его любовь. Мы не можем пренебрегать любовью Кришны. Поэтому, когда мы воспеваем Святое Имя, мы должны находиться в своем духовном теле. Что это означает? Это означает обращаться к своей вере, обращаться к опыту духовному, обращаться к своим духовным желаниям. То есть находиться в молитвенном состоянии. Это вот то, что требуется. Это называется правильно слушают и воспевают. Когда процесс совершается правильно, он очень могущественный. То есть тогда где-то наша как бы, духовная сущность, она очень быстро проявляется. Вот. Но вот как бы сущность или смысл этого, вот этого нашего тела, которое духовное, которое мы можем совершать преданное служение, заключается в том, что это духовное тело, оно по сути дела представляет из себя наше главное достояние, это то, что как бы существует, проявляется и укрепляется не как, то есть это то, что как, существует в это имеет отношение к миру, к обществу. То есть это духовное тело, оно действует. Проявляется тогда, когда есть взаимоотношения, есть эмоции. То есть тело, оно связано всегда с чем? С чувствами, с эмоциями, да? Это тело – это сфера взаимоотношений. Вот что такое наше физическое тело? Откуда оно взялось? Вы знаете, что такое физическое тело? Мама с папой. Это мама с папой, это наш род, прошлые отношения, связи. Все это тянется с прошлых жизней, наш ум, наше тело. Это все не что иное, как совокупность взаимоотношений. Это не что иное, как наша карма. То есть наши действия, которые мы совершали ради других. Или в отношении других. Правильно, неправильно, это же другой вопрос. Но вот наше тело, наш ум, состоит из тех поступков, которые мы совершали, из тех чувств, которые мы испытывали, совершая эти поступки. Понимаете, да? Вот из этого состоит наше тело. Поэтому, что такое наше тело? Это наше желание. Желания, они формируются нашими действиями, которые мы совершали. Эти самскары, впечатления, они образуют наше тело. Поэтому в духовной жизни мы получаем эту самскару, мы получаем это духовное тело, оно еще слабенькое, оно существует в форме семени, в форме впечатления, какого-то глубокого, сокровенного впечатления. И чтобы это свою вот эту сущность, свою свабхаву, духовную свабхаву вырастить, ее нужно беречь, ее нужно культивировать, пестовать. Поэтому в Священном Писании так много говорится о том, что не нужно совершать оскорблений в обществе преданных и так далее. Не нужно совершать оскорблений не означает, что преданный должен бояться других преданных, чтобы совершить оскорбление. То есть самый лучший способ не совершать оскорбление, это не общаться с преданными. Не общаетесь с преданными, то... Но это да, самый худший способ. Потому что когда вы не общаетесь с преданными, это означает, что у вас оскорбительные к ним отношения. Я с ними не общаюсь, почему? Потому что я их, ну, они боюсь. Есть только один способ не оскорблять преданных. Это быть в настроении как? Слуги. В настроении ученика, быть открытым, быть внимательным, да? То есть если вы радоваться общению с преданным, стряхивать с себя вот эти все вещи, которые связаны с какими-то моментами личного, там, каких-то личных предубеждений или каких-то там
представлений ложных о людях, каких-то обид, которые возникают вследствие всего этого. То есть, если человек занимает ученическую позицию, он себя это просто стряхивает, это не прилипает. Если преданный это делает, то тогда он не может совершать оскорбление. Оскорбление совершает тот, кто укореняется в своих предубеждениях, кто укореняется в своих каких-то обидах. Вот тогда мы становимся апарахи, оскорбителями. Потому что невозможно общаться с людьми и не, ну, как-то не задевая друг друга, знаете, там, невозможно не радоваться, общаясь с другими, невозможно не ругаться, общаясь с другими. Это невозможно. Если вы общаетесь с людьми, если вы находитесь в сфере взаимоотношений с преданными, неважно, с любыми живыми существами, вы будете иметь палитру эмоций, совершенно разных, начиная от... Про Мадхури Расу я не буду говорить, но это как бы вот это для Кришны. Вот. А все остальные, пожалуйста. Поэтому когда мы находимся в обществе преданных и вступаем с ними вот в эти взаимоотношения, то есть мы привязываемся к преданным, привязываемся, у нас появляются связи. И вот люди боятся привязываться, потому что нас, ну не нас, а как бы есть такое представление о философии, что привязанность это майя. Да? Ну то есть любая привязанность это майя, это то, что приносит страдания, это то, что создает проблемы. Это факт, что это майя. Но это как раз то, что требуется. Да, потому что мы говорим сейчас о духовной энергии, мы сейчас говорим о духовной майе, о йога-майе. И точно так же, как одну колючку вытаскивают другой колючкой, так же материальные привязанности, материальное вожделение, материальные какие-то связи, они искореняются, то есть материальное тело вытесняется духовным телом. То есть духовное тело должно прогнать материальное. Оно должно стать достаточно сильным. То есть духовные желания должны вытеснить материальные желания. В этом затея. Понимаете, невозможно избавиться от материальных желаний, просто развивая свое сознание. Я предан, я должен служить Богу, там, преданный и так далее. Если вы не чувствуете, если у вас нет отношений, если у вас нет привязанности в обществе преданных, если вы не любите никого, как, ну, как преданным нет любви, то невозможно избавиться от похоти, от вот этих качеств материальных. Потому что чувство вытесняется только чувством, его нельзя вытеснить осознанием. Как не раз же с вами вчера говорил, что приводил пример, что это было на встрече с учениками, что вот река здесь течет, река, невозможно остановить движение реки. То есть движение материальных желаний невозможно остановить. Просто своим сознанием каким-то. Вот я преданный, и поэтому я избавляюсь от вожделения. Или там другие каких-то вещей. Они естественны. Потому что они связаны с телом, мы не можем жить без тела, это наше воплощение, это наша бхава. Как ученик пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, у меня нет вожделения, знаете? И Прабхупада сказал, да что ты говоришь? Ты к врачу обратился? То есть, когда человек пытается вот эти вещи делать, избавиться от желаний материальных, он просто переходит в состояние тамагуны. Он просто становится абсолютно инертным, становится апатичным, у него пропадает желание что-либо делать, стремиться куда-то, у него нет ни он перестает, ну как бы, перестает жить человек, понимаете? Жить. Да. Перестает жить. Вы думаете, Кришне нужны такие преданные? Нужны. Да, если они сами себе даже себе не нужны. Кому не нужны? Поэтому смысл заключается в том, вот эта вторая глава Шримад Бхагаватам очень важна. Вообще весь Бхагаватам, первая песня, начинается с этой шлоки, которая, по сути дела, устанавливает
послание абсолютной истины как того, что постигается в категориях, то есть в чувствах, во взаимоотношениях. То есть Шримад-Бхагаватам – единственное ведическое писание, которое описывает абсолютную истину в ее категориях. То есть невозможно постичь абсолютную истину как субстанцию вне ее категории, то есть вне сферы взаимоотношений. Невозможно ее постичь. Как субстанция – это только Брахман. Но когда мы говорим о Боге, о Кришне, то Кришна постигается только в сфере взаимоотношений. Джанвадя сяйта, итон ваят, тараташ, чатхеша, бинят, сваят, сварат, пинах, зайди, кавае. То есть это там говорится о том, что абсолют постигается именно через различные свои проявления. Господь существует именно таким образом. Часто прямо говорят о 36 качествах. И создается впечатление, что вот эти качества на одном уровне все воспринимаются. Хотя мы знаем, что есть, ну, как бы сорок ваших, да, то есть основное качество – это преданность Кришне и остальные. Похоже ли это на то же самое, о чем мы сейчас говорили? Как бы вот речь идет о, ну, как бы о сдерживании жизни, да, в человеке, как там каким-то образом проявляется, это приводит просто к могу. То есть когда преданный просто распыляется, нам не надо быть тактичным, там еще что-то вежливым, аккуратным. То есть он как бы, ну, не проводит различий. Насколько вообще реально стремиться к этим качествам? Да, это интересно, это важный момент, потому что когда преданный слышит о качествах, то зачастую срабатывает это представление, что качество – это то, что я должен в себе, ну как бы то, чему я должен соответствовать. То есть это на себя, да. То есть не то, что они изнутри проявляются. Да, это то, чему я должен соответствовать. То есть преданный не воспринимает качество как то, что проявляется в результате взаимоотношений и служения. Ну, как бы, взаимоотношения означает служение, да? Служение в сфере взаимоотношений проявляет качество. То есть качество проявляется в человеке, когда он занимается преданным служением. Но преданный думает, что чтобы быть чистым преданным, нужно вот эти качества в себе развить. И он начинает развивать эти качества. Да. И делают это все. Когда мы начинаем развивать в себе качества, то, ну, это, ну, я не буду об этом говорить, это как бы отдельная тема. Это отдельная тема, ничего плохого в этом нет, но это такой вопрос непростой. Не, ну она действительно болезненная, потому что видно, что качества как бы нет на самом деле, вот, когда человек искусственно пытается развить. Это просто проявляется, вот если, ну, как бы взаимодействуешь реально с людьми, это очень видно. Я не буду примеры приводить, но просто обидно для преданных, в том числе присутствующих. Это просто очень видно. Но мы же не святые. Понимаете, что качества в человеке никогда не разовьются до тех пор, пока он думает, что его, как сказать, его успех заключается именно вот, в обретении этих качеств. Понимаете? То есть успех человека заключается в том, что он, успех преданного заключается в том, что он занимает ученическую позицию, он учится. Вот в этом его успех. Духовная жизнь, она динамична, в ней нет статики никакого. Вот. И когда мы занимаем ученическую позицию, то есть когда мы учимся у преданных, спрашиваем у них, вот что я делаю не так, может быть, что-то по-другому делаю, пытаемся сами что-то увидеть, понять, в санге чему-то обучаемся, общаясь с преданными, то тогда эти качества, они проявляются просто как определенное, ну, определенный опыт. Вот и все. То есть качество – это просто проявление опыта, не более того. Восприятие жизни просто. Да. Но если у человека опыта нет, то как он может получить качество? Вообще интересная вещь. Мы хотим обрести качество, но у нас нет опыта, из которого эти качества исходят. Поэтому нужно просто желать этого опыта и как бы заниматься служением, общаться, обретать этот опыт. Качество проявится сами собой.
все. Вопрос, где хранятся эти качества? То есть их как их можно потерять? Потерять? Ну то есть. Вы не можете их потерять? Как можно потерять опыт? Нет, невозможно. Это ваше тело, духовное тело. То есть качество преданного – это просто функции, как это просто его характеристики его духовного тела. Вот у него есть это тело, оно просто вот… Вот вы смотрите на человека и, например, говорите, какое у него какое-то качество? Он красивый, например. Или он глупый, например, да? Тоже качество. Или он там сильный. Или слабый. Или слабый. Это качество его тела. В какой структуре хранятся качества? Где? Я же только что объяснил. Это тело. То есть это... Какая часть? Природа. Я длинный, например, здесь качество. Длинный, длинный. Я длинный. Ну, качество мое, да? То есть на физическом теле, да? То есть кто-то скажет высокий, кто-то скажет длинный, да? Качество, ну, физическое. Если ляжешь, то длинный. Где хранится твоя длиннота? Сантиметр. Ты говоришь, из смирения вытекают все божественные качества. Смирение – это ученическая позиция. Это то, о чем мы говорим. Это и есть ученическая позиция. Если она есть, то все качества, они эманируют оттуда. В результате возникает опыт. Махарадж, получается, что невозможно постичь абсолют вне отношений с его различными проявлениями, то есть вне связи с преданными, с миром. Но ведь проявления абсолюта, они обладают относительной природой, они могут быть несовершенны. И то есть получается, что мы постигаем абсолютную истину через относительную истину. Это хороший вопрос. Дело в том, что мы живем сейчас в мире относительном. И проблема заключается в том, что этот относительный мир ложен по той причине, что он не связан с абсолютом. Но когда относительно связано с абсолютом, это философия. Когда относительно связано с абсолютом, оно становится важнее, чем сам абсолют. То есть это потому, что оно раскрывает его. В этом проблема. То есть когда майя, она отрицает, то есть она является иллюзией, она покрывает истину, то это маха-майя. Но когда майя связана с истиной, она раскрывает эту истину. Это йога-майя, она... То есть мы знаем, что Кришна важнее, чем Брахма. Да? Ну, как бы, это одно и то же на самом деле, но Кришна это проявленный Брахма. Это его личностная ипостась. А это сфера взаимоотношений. Можно тоже к этому. То есть получается, что мы должны выбирать, то есть с кем входить в отношения, то есть с каким проявлением абсолюта, потому что то есть через что-то мы можем ощутить связь с Кришной. А приходя куда-то, возможно, мы этого не ощущаем. И тогда стоит ли? Это зависит от уровня. Угу. Конечно, Атьякари видит Кришну только в гуру. Матьям Атьякари видит Кришну в преданном. Угу. Утам Атьякари видит Кришну везде. Угу. Поэтому, смотря какой у нас уровень, мы будем Кришну видеть по-разному. Угу. Поэтому, конечно, Атьякари, он сепаратист, он не очень будет общаться с преданным. Вот гуру есть, вот будет гуру, все будет, ну, как бы, нормально. Служение есть, все хорошо. Если гуру нет, он смотрит на всех, думает, а где ты вообще преданный? Это нормально. Для него это нормально. В принципе, после ну, и вчера, вот, когда вечером в Лехе, когда ну, вопрос задавал насчет отношений, мы себя не сможем самоидентифицировать как личность, не отношения. Вот. Но преданный, он же получает от преданных в этих отношениях, он получает святое имя. Да. И повторяя святое имя, он тоже получает вот эту самоидентификацию. То есть он повторяет, он чувствует, что он личность, он даже эмоции чувствует. Да. В таком, и когда он получает это святое имя, он поднимается на уровень вот этой самодостаточности. И он уже относится к обществу преданным просто как с открытой душой, просто он как бы
готов выполнить любой заказ. Вот в этом как раз есть весь смысл, в том, о чем ты говоришь. Потому что у нас разный путь с имперсоналистами. Имперсоналисты достигают своей самодостаточности через развлечение духа и материи. Да? То есть они говорят «агам рахмасми» и пытаются создать это через философский поиск и аскезу. Так? Но проблема заключается в том, что когда имперсоналист, он достигает вот этой свободы какой-то, да, то есть вот достигает какой-то какой-то реализации, то проблема заключается в том, что такое реализация. Реализация означает «агам рахмасми», то есть «я слуга», по сути дела. Потому что браман, дух, его свойство – это служение, его сварупа, да, служить. И вот, когда человек постигает, что я слуга, он готов как бы служить всем, но проблема заключается в том, что его, у этого слуги господин ложный. То есть он не знает ничего, кроме материи. Поэтому его служение может быть направлено только на материю, в этом его проблема. Поэтому имперсоналист, даже достигая сферы брамана, он опять падает, начинает заниматься мирской благотворительностью, еще чем-то таким, понимаете? То есть у него нету, истинного гуру, который бы раскрыл ему духовную реальность, духовную природу, выходящую за пределы драгуни. Вот в этом проблема имперсоналиста. А как вайшнав достигает этого «агам рахмасми»? Он достигает этого даже не заморачиваясь на эту тему. Как это происходит? У него есть духовный учитель, от которого исходит вот это вот побуждение к служению, да, вдохновение. Это духовный учитель, то есть ему сразу раскрывает духовную реальность, то есть он дает преданному духовное тело сразу, которое вдохновляет преданного служить, как бы действовать. Есть вот это вдохновение, энтузиазм, есть семя бхакти. И дальше просто процесс этот, он, когда мы поливаем это семя, у нас появляется вдохновение служить, и когда мы служим, мы в этом процессе служения избавляемся от анат, недостатков, постигаем брама, то есть постигаем себя как дух. И идем дальше. Не останавливаясь на этом, идем дальше. Мы просто проскакиваем в стадию освобождения. Вот и все. Мы проходим через ништху, у нас появляются все остальные вещи в бхакти. Это происходит очень быстро. Поэтому вот этот момент очень важен, что если мы действительно общаемся с преданными, то мы должны обязательно вот эту стадию пройти, когда вот эту, в хорошем смысле, самодостаточности, когда преданный служит независимо ни от чего, когда у него есть преданность. И благодарность. Да. Для имперсоналиста общество людей – это не что иное, как… Ну вот я пришел в общество, своих каких-то единомышленников и так далее. Я служу здесь, но для имперсоналиста общество – это средство. То есть он с помощью общества просто очищается, какие-то качества обретает. Но у него такое представление, что потом никакого общества не будет, будет просто брама-нирвана. Для преданного же общество, преданное, в котором он находится – это вечная реальность, это прайоджана. Это то, чего он должен достичь. С этими преданными он будет жить вечно, так думают преданные. Я буду с ними жить вечно. Представляете, какая ужасная преступность? Когда вы находитесь среди преданных и думаете, с этими мне жить вечно. Да, вот когда вы понимаете, что это прекрасная перспектива, это возможно только в одном случае, когда у вас возникли связи. То есть вы привязались как к преданным, не просто как к людям, а именно как к преданным. Вот эти связи, наличие этих связей означает, что мы, что наше духовное тело стало сильным, что мы готовы к возвращению в духовный мир. И когда преданный повторяет святое имя, вот имея вот эту любовь, имея эти связи, он повторяет его правильно. И харикатха совершается правильно, как говорится в этом стихе. И такая харикатха, она сразу проявляет даршан Кришны. Не нужно ждать чего-то, Кришна сразу же проявляет. Когда преданный повторяет святое имя, имея вот такое сердце, он чувствует святое имя, для него святое имя не отличное от Кришны, он это чувствует.
Некоторые преданные повторяют святое имя, они пытаются концентрироваться механически на этом звуке, но они не чувствуют, что святое имя тождественно Господу. Почему они не чувствуют? Потому что у них нет благословения. Вайшнава нет тут. Благословеннейшая Матерь Радхарани на воспевание. Почему его нет? Ну вот эта позиция, как бы она, ну, то есть смирение вайшнава, то есть вот смотрите, то есть когда мы смиренны, то есть когда мы находимся в этой ученической позиции, то вайшнава начинает проявлять к нам расположение, то есть возникает определенное доверие, то есть как только человек начинает действовать смиренно, да, то появляется доверие по отношению к нему, возникает притяжение, то есть этот человек становится привлекательным, к нему начинает, ну как, тянется сердце преданное. Понимаете? То есть смирение оно подкупает, оно притягивает. Вот эти взаимоотношения не возникают тогда, когда между преданными есть смирение. Что это означает, что они смиренны? Это означает, что они, ну, они вступают в честные взаимоотношения. Вот как здесь говорит, благодетель честного преданного. То есть смирение это как бы качество, которое означает, что человек честен просто. Что такое смиренный человек? Это честный человек. Честность в чем проявляется? Что я здесь в обществе преданных, я как бы я слуга преданных. Честность проявляется в том, что я ничего из себя не изображаю. Какие-то качества там. Я просто стремлюсь учиться. Это честно. И когда у человека есть эта вещь, то он становится привлекательным. И у него возникает связи, у него возникают глубокие взаимоотношения, у него возникает дружба. И когда вот эта вторая вещь приходит, то святое имя оно начинает раскрываться очень сильно. Сердце преданное. По поводу духовного тела, то есть получается, оно если уже у тебя, ну есть семя, то есть как бы семя именно того тела, которое преданный получает, то есть уже как бы склонность какая-то, да? Да. Вот. И вот это то, если мы видим в преданных каких-то, да, вот это, когда им именно нравится какое-то служение, да, и все преданные разные, и ты видишь в них вот эти вот, как бы, ну, нектар вот этот, так сказать. Mm-hmm. Вот. Это нельзя ли спутать с какими-то просто качествами его, что... Ну, вот просто пример, если мне один из преданных, который тогда начинал на Махату вести, рассказал, что как бы... Я вот собрал себе преданных и подумал, так, вот это он хорошо делает, это будет у меня, вот это делать, это делать, и так бы исполнил, так, все вот так вот будет у меня. Вот, и все сразу сломалось, как бы. А вот сейчас, например, когда вот в свою группу ходишь и видишь, как бы действительно, как хорошо, когда вот много разницы в преданных, ты в них вот это чувствуешь, как бы, ну, они другие какие-то, то есть у них вот это, ну, все хорошего в этом есть. Вот. И говорят еще такое выражение, то есть как твое самочувствие, да? Ну, то есть вот именно чувствование себя и чувствование других преданных, вот это вот. Uh-huh. Это и есть, вот когда им нравится что-то, какое-то служение делать, то это, ну как бы. Их. Хорошее самочувствие. Их, да. Ну да. То есть, по сути дела, преданное служение происходит тогда, когда возникает вот этот момент санги, то есть преданные общаются друг с другом, да, и у них возникает вот это как бы определенный, ну, совместный импульс. То есть когда возникает совместный импульс, то преданное служение, оно становится очень органичным. То есть из него уходят вот эти вот завистливые, травматические какие-то вот вещи. То есть когда люди занимаются преданным служением, они часто ради того, что они делают, поскольку есть неосознанные мотивы, человек причиняет боль другому, то есть он кого-то задевает, по отношению к кого-то, ну там, грубо с кем-то разговаривает, кому-то, ну то есть это означает, что человек не в санге совершает служение, то есть у него нет полномочий на преданное служение. Шрадха какая-то есть, но поскольку нет сатсанги, его баджана крия, она незрелая, она находится в сфере внешней энергии, не внутренней энергии. Потому что когда есть внутренняя энергия, то это органично происходит, то есть естественно, да? Что означает внутренняя энергия? Это означает, ну как, природа, да, то есть естественное преданное служение, оно естественное. Оно не какое-то не вымученное, не надуманное. И вот это происходит благодаря санге. Поэтому говорится, шрадха сад санга баджана крия. Не говорится же шрадха баджана крия. То есть я преданный и пошел совершать преданное служение.
А у тебя полномочия есть совершенно предусловно? Благословение. Да. То есть благословение, полномочия, откуда они идут? Они идут именно от того, что у меня есть вдохновение, рожденное сангой, то есть я уполномочен сангой, я совершаю преданное служение только в санге. Не существует никакого преданного служения вне санги. Лучше забыть об этом, потому что это не наша философия. Это же успех. То есть получается, когда говорят, там, например, санкирзан, это значит просто это естественное служение, а не какая-то отдельная там. То есть это единственное, по сути, служение. Это единственное служение. Сан означает совместно. В 25 главе 3 песни говорится о том, что преданность служения растворяет тонкое тело. А вот за счет чего функционирует тело, если тонкого тела нет? Тонкое есть, но оно духовное. То есть духовное тело растворяет материальное. Вот что это означает. То есть замена происходит, вытеснение. Там именно говорится тонкое тело. Материальное тонкое тело растворяется. Материальное. Но у духовного тела нет? Ну как это нету? Что там психики нет, чувств нет? Есть это все, это есть тонкое тело. Просто разница между материальным и духовным телом в чем заключается? Материальное тело, оно дифференцировано. То есть это означает, что тонкое тело, оно действует как бы, оно действует не стыкуясь с грубым телом. То есть есть определенные вещи, допустим, ну скажем, человек может, скажем, чувствовать одно, понимать другое, а делать что-то третье. Да? В материальном мире так же? Да. Мы, допустим, понимаем, что мы преданные, чувствуем материальные желания, а делаем всякий вздор. То есть просто лежим на кровати и ничего не делаем. Это да. Есть материальное мир. Тело лежит в кровати, интеллект думает, я преданный, да, ну тут Хари Кришна, все нормально, а умер куча всяких материальных желаний. Тростное наслаждение. Это означает материальное тело. И в этом смысле растворение тонкого тела означает, что преданный не фантазирует о том, чего он не делает. И он не делает того, чего он не понимает. То есть все едино, все есть как бы одна и та же, это одно и то же тело. Просто есть разные функции. Вот этим отличается духовное тело от материального. Поэтому в духовном теле тоже есть психика, но она не оторвана от физической составляющей, а является одним. Поэтому преданный, когда он что-то делает, он всегда это делает эмоционально. Творчески. Творчески. У него присутствует вот эта эмоциональная энергия. А когда материалист что-то делает, его тело, оно улыбается так вот, но его чувства, то есть там нет этой бабы, как бы, нет вот этих экстатических эмоций, они не присутствуют. Поэтому, когда вот Нираджа Махарадж вчера проповедовал людям, я просто смотрел, он в экстазе, он говорит, он просто сияет, он просто его эмоции, они просто на весь зал распространяются. Люди, я смотрел на людей на первом ряду, они просто такие сидели, у них такая дурацкая улыбка на лице, они смотрят на него, воспринимают его эмоции, как какое-то чудо. Они смотрят на него, как на чудо какое-то. Прям реально люди сидели, я просто смотрел на них. Махарадж был в полном экстазе. И вот это и есть та самая вещь, которая вот вводит вот это духовное тело в дживу. То есть дживу просто получает это духовное тело по милости. И все, благодаря эмоциям. Эмоциональная энергия, она как зараза. Знаешь, как передается инфекция? Инфекция, она передается таким образом. Духовная инфекция. Заражает. Вот, поэтому растворение тонкого тела означает, что у преданного нет желаний отличных от желаний Кришны, духовного учителя, вайшнавов. То есть его желания, они являются результатом взаимоотношений, порождены духовными взаимоотношениями. И он не желает ничего другого, не желает ничего для себя, для своего наслаждения. Вот это означает растворение тонкого тела, не более того. Да. Духовное тело, мы его приобретаем в материальном мире, или у нас оно проявляется здесь, ну, посредством вот связей между преданными, между родственниками. То есть как вот это вот взаимодействие. Раньше просто я встречал, что у нас
духовное тело, оно неизменное, оно постоянно находится на далоке. То есть мы здесь проходим процесс обучения или же все-таки расширение своих каких-то духовных тел посредством вот опять же связи. Так, а сколько у нас времени? 9:35. Сегодня куда не торопимся. Мы до 6 часов. Да ладно. Парикшин слушал 7 дней без еды, 5 и сна. Я слышал эту концепцию насчет того, что у нас духовные тела на головке, нас ждут. Возьмемся за ум, так сказать. Вот. Я, правда, в шастрах нигде этого не встречал, но такое поверье есть. Вот. Я думаю, что, скорее всего, имеется в виду та простая вещь, что Рагануга Бхакти, спонтанная деятельность при этом служении, осуществляется по стопам вечных спутников Вриндавана, то есть как бы зарезервировано. Во Вриндаване есть определенное как бы бхава, определенное настроение, в котором мы можем воплотиться. Оно есть, оно нас ждет, эта вещь нас ждет. Но это не значит, что это наше. Я с самого начала начал разговор с того, что джива не совершает преданное служение, но совершает, для того, чтобы совершать преданное служение, он должен получить как бы духовное тело, подарок. Вот. Поэтому это достаточно сложный вопрос. С одной стороны, оно у нас есть, поскольку его нам дали, а с другой стороны, оно не наше. То есть оно не является как бы вот имманентной составляющей дживы самой. Не, это понятно, что вот статики, вы как говорите, нету в духовном развитии. То есть оно постоянно как-то меняется. И вот это проявление, то есть наших связей. Да. Вот как? То есть как оно действует на формирование нашего духовного тела? Мы же не можем ограничиваться обществом преданных, которые не всегда часто, по крайней мере, у меня, что я постоянно не могу находиться в обществе преданных. И пребывание в обществе преданных не означает пребывание в духовном мире само по себе. Я вот сегодня эту тему пытался тоже обсуждать, что важно правильно общаться с преданными. Тогда будет в духовной реальности, будет сатсанга. И то же самое возникает, когда мы общаемся с непреданными правильно. Тоже возникает сатсанга. То есть природа сама по себе, она не материальная, не духовная. Это вопрос отношений. То есть природа навсегда связана с Кришной. Но поскольку мы ее воспринимаем для себя, а не для Кришны, она становится материальной, да? Но когда мы воспринимаем ее для Кришны, она становится духовной. Поэтому вопрос, мы можем находиться в обществе преданных, но занимать эгоистическую позицию такую, претензий и как господина. Мы будем находиться в асатсанге в этой ситуации. Это будет приводить к оскорблениям и деградации. Соответственно, мы можем общаться с людьми, которые не преданные, но при этом, если у нас позиция как бы духовная, то это будет общение духовное. Но правда, это достаточно высокий уровень, скажем так. Но тем не менее, это правильно. Я не знаю, сейчас начнется опять как вчера. Еще руку надо заканчивать. Продолжение темы. То есть вы говорите, что войти в общество преданных невозможно, не обладая смирением. То есть невозможно. И что именно общество преданных, оно дает благословение повторять святое имя, когда у нас есть отношения с преданными. Мы обретаем эту квалификацию повторять святое имя. Но значит ли в этом контексте, что смирение — это то, что я отождествляю себя с преданными? И откуда вот берется, я не знаю, может быть, такой страх, что человек, приходя в какое-то общество, он боится вступать в отношения с ними, боясь потерять свою индивидуальность. Ну, вообще, интересный вопрос, потому что
Что надо, во-первых, надо понять, что такое отождествление, да? Потому что, скажем, вот отождествлять себя с кем-то достаточно опасно, в том смысле, что это может представлять собой как раз позицию такого, ну, тонкого наслаждающегося или господина. То есть я вот преданный, я вот в обществе преданный. Скорее мы должны считать себя слугами преданных, а не преданными. А это уже не отождествление. Да? Понимаете разницу? Если я считаю, что я преданный, я прихожу в общество преданных и начинаю вальяжничать. Я же преданный. Поэтому к преданному уже как относиться? С почтением, правильно? Ему нужно предоставлять там, все, что положено. Если это... То есть мы начинаем вальяжничать. Это позиция, хотя мы при этом там Ван Чикал по турбе в чашу, как положено, но преданно. То есть этикет у нас, с этикетом в порядке. Мы соответствуем, да? Но внутри у нас настроение такое, ну я преданный. Почему вы меня оскорбляете вообще? Вы значит не знаете, что за вайшнава аппарат вы положили? То есть если человек считает себя преданным, он будет так относиться. Если человек считает себя слугой преданных, если там что-то не так, там что-то произошло по отношению к нему, он даже не подумает, что его оскорбили. Как вчера Гурма Махарадж рассказывал на встрече с учениками, когда его президент храма поносил всячески там прилюдно, привычно, он, ну как бы, ну, это была такая длинная история, но смысл именно в том, что Махарадж занимал позицию слуги, а не того, кто кого оскорбляет. Поэтому отождествление, это вот как раз такая вещь, она может приводить к тому, что человек занимает позицию господина, даже сам не понимая того. Я уж не говорю о том, что, как я, ну, иногда люблю повторять, мне нравится этот такой момент, такой интересный, что как преданный, когда человек считает себя преданным, то майя, она привлекается. Что майя, она преданная. Если мы считаем себя преданным, майя думает, о, появился преданный. Можно просто жить. Вот, а когда мы думаем, что я просто слуга преданных, я просто пытаюсь, ну как бы, да, сделать что-то для преданных и так далее, следовать чему-то. Вот. Делать то, что. Возможность общения с преданными. Да, уникальная возможность. Мы теряем такую уникальную возможность общаться с майей, с чистой преданной. Потеря. Да, большая потеря. Вот. Что касается второй части, то, что человек боится отождествлять себя, потому что он боится потерять свою индивидуальность, то это как бы другая сторона вопроса. Здесь больше тот момент, что человек вот именно имеет ложное понимание. Он думает, что нужно просто раствориться, то есть стать просто религиозным. То есть человек не хочет быть религиозным. Он не воспринимает общество преданных как носитель какой-то универсальной ценности, универсальной культуры. Он думает, что это какая-то отдельная культура, которая сделает его враждебным по отношению к тому обществу, которое его окружает. Вот это проблема. То есть это боязнь сектантства. И в принципе правильная боязнь. Потому что некоторые не боятся сектантства и становятся сектантами. А некоторые боятся. Это признак разума. Прабхупада говорил, если сомнения в начале есть, это хорошо, это признак, что у человека есть мозги. Потому что он разбирается, он не хочет просто вляпаться куда-то, он просто пытается понять, это нормально. И когда он понимает, что вайшнавизм это не религия какая-нибудь, а это определенное знание, это культура, он с удовольствием начинает практиковать это, не отождествляя себя. Не становится сектантом. Наверное, поэтому признание вначале. Объяснил, что он сделал для новых идей. Вот он только начал. Он не стал как бы бессознательным, просто получать какой-то процесс, он дал понимание. Ну вот, а по поводу как раз моментов индивидуальности, да, и вот, есть, да, у каждого преданного свое настроение, да, и когда мы делаем что-то совместно, то какова позиция, то есть, что нужно как бы это настроение, ну как бы в него погрузиться, настроение этого преданного, чтобы как бы была как бы гармония, да, и вместе что-то было, или как, то есть, или мы все порознь, получается, как бы все собрались, каждое свое настроение, и
каждый сказал, да, что индивидуально хотел. Да. Все разошлись по домам. Смысл санги заключается в том, что мы обсуждаем то, что нас объединяет. Нас объединяет Кришна, нас объединяет Прабхупада, преданное служение. И поэтому смысл санги заключается в том, чтобы найти, как бы проявить объединяющее начало. Духовное объединяющее начало. Вот это должно проявляться, да? Не то, что каждый просто говорит о том, что... Ну, каждый тоже должен говорить, но смысл... Нужно сразу просто это, чтобы проявилось, да? Чтобы, когда мы говорим, мы должны это делать в настроении служения, то есть для того, чтобы ну, соединиться со всеми остальными, а не то, чтобы просто потешиться. Каждый просто свои чувства удовлетворял, и все. Сколько там времени? А? Скоро ехать, Последний вопрос. Простите, пожалуйста, ваше святейшество. Я вот хотела просто разобраться. Вот вы сказали в своей лекции, что Дживасишто, она не обладает, да, любовью к Богу и получает эту любовь к Богу, но по своей природе не обладает. Нет, у нее есть любовь к Богу, она дремлет в живом существе. Но она проявляется благодаря вот этой милости, как бы, которая есть. Да, потому что как бы, ну, Махарадж говорит, что эта любовь, она находится. Она дремлет в сердце каждого. Но она как будто находится в потенциальном состоянии. Интересно, как последний вопрос. А? Развитие оскорбительного умонастроения. И что оно способно разрушить? Когда будете почитать Бхагавад Прасад, спросите. С Прасадом, конечно, не общаются так вот. Такой вербальной формы. Просто когда на большинство вопросов мы можем получить ответ интуитивно, соприкасаясь с милостью Господа. Вот поэтому, когда мы воспеваем, когда мы почитаем Прасад, нужно обращаться очень почтительно и с благодарностью. Ну, как бы вот. Нужно определенное, как сказать, нужно определенно испытывать радость определенную, соприкасаясь с Кришной в этой форме, не просто вот материальными чувствами, да, а почитать Прасад. Когда мы почитаем Прасад, то многие истины, они открываются интуитивно. Потому что мы не можем получить все знание просто с помощью какого-то такого проговаривания. Некоторые вещи мы должны узнать по умолчанию. Метод кушания эффективный. Поэтому преданные очень любят Прасад. Потому что когда мы говорим, то как-то это так вот не удовлетворяет до конца. А когда мы принимаем Прасад, такой полный удовлетворяет. Хорошо, спасибо всем. Да. 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 Да.